Під сюжетом про зовнішнє освітлення міста на сторінці телеканалу «Медіадім» у Фейсбук славутичани залишили коментарі щодо відсутності освітлення поблизу будинків 19 Чернігівського кварталу та будинку 6 Тбіліського кварталу. За коментарями ми звернулися до директора комунального підприємства «Славутич електромережі». Денис В'ячеславович, скажіть, чому перестали горіти фонарі возле Тбіліського 6? Здравствуйте. Аварійная заявка поступила на прошлой неделе. Разобрались, есть повреждение кабеля между вот этими двумя опорами. Здесь недавно проводился ремонт. Видимо, все-таки земля просела и кабель порвала. Мы определили этот участок и в ближайшее время мы восстановим его. Я думаю, это на следующей неделе будет. Также вот к нам поступали жалобы на освещение в районе Московской площади. В частности, от ФОКа, если идти к приватбанку, не горит фонарь. Это мы уже устранили перед выходными. До вас бой электроника. Вчера мы это поправили уже все. И также Черниговский 19. Вот в комментариях нам писали, что нет условий. Насколько я правильно понимаю, Черниговский 19, там стоит погнутая опора около стоянки автомобильной. Мы проверили, она целая, то есть она не аварийная. Просто кто-то автомобилем ее согнул. Стоит она крепко. Пока в данный момент времени у нас нет возможности быстренько восстановить эту опору. Сделаем, как только сможем, но она не представляет опасности никакого. Еще такой вопрос. Ленинградский 4. Вот последних лет 5 там не было света. Спасибо, что вы починили, сделали, но все-таки там подключили светильники и сверху висят провода. Почему так было сделано и планируете ли вы это прокопать снизу? Провести? Здесь я виноват. Ну как виноват? Я не чувствую себя виноватым, но тем не менее ситуация какая? Были обращения, все было. Дело в том, что во всем проблема кабеля, которые лежат под землей. Кабель на участке между этими двумя столбами полностью в негодность пришел. Чтобы выкопать там землю и положить новый кабель, это очень много времени и трудозатрат. Потому что там сосны, корни, дорожки. Очень сложно. И места там очень мало. Поэтому своим работникам поставил задачу, чтобы они сделали освещение. Хотя бы по временной схеме, чтобы оно світило людям. Ну, а потім буде можливість, ми розберемося і закопаємо кабель. До слова, зазначимо, що містяни нерідко нарікають на якість освітлення або ж і взагалі його відсутність. Аби вирішити такі питання, необхідно звертатися до комунального підприємства «Славутич електромережі», які мають відреагувати та дати роз'яснення, чому відсутнє світло і коли, власне, воно з'явиться. Самый эффективный метод устранения подобных проблем – это позвонить в аварийку, потому что каждое утро, 8 утра, аварийная служба передает мне все заявки, поступившие жители, и мы их устраняем по мере возможности. В зависимости от сложности, бывает просто, бывает посложнее. А номер телефона? 1581. 1581? Нет, просто 1581. Это аварийная служба. Суточно принимают заявки. В ближайшее время что еще планируете? Где планируете заменить, отремонтировать? Чтобы жители города знали, что работы все-таки ведутся. Дело в том, что, понимаете, у нас запланировано очень много работ, очень много. И мы не успеваем даже плановые работы сделать, потому что очень много аварийных заявок. Но, тем не менее, мы стараемся справляться. У нас в ближайшее время планируется улучшение, значительное улучшение освещения в городе, потому что мы меняем дорожные светильники все. Как неоднократно, наверное, вы все видели поиск контракта новому нашему, замена освещения. Ну и восстанавливаем ветки. В ближайшее время в Добрынинском квартале будут доставлены опоры с солнечными панелями. Там самые темные участки, ремонт торшеров, опять же, Черниговский, Добрынинский квартал. Ну и много остальных работ. Окрім освітлення, жителі Тбіліського 6 звертаються до поліції, Нацкорпусу та народної дружини посприяти у вирішенні ще одного болючого питання. Приїжджають сюди, хто із Добринінського, із всіх кварталів, навіть є з Прибалтики. І вони отам садяться, отам під ліпою, під акацією, вірніше, під вербою, отам лавочки. І таке в 3 часа ночі, в 4 часа ночі я визиваю поліцію. Понятно, полиция откликается, но вы знаете, что это такое. Каждый день мне уже жалко полицию звонить туда. Что-то надо делать, потому что это ж ни вашим, ни нашим. А как вы можете прокомментировать, свет горит?
Скажу, вот здесь вот не горит, а горит вот на той стороне. Там новые лампы поставили, оно там горит. А здесь не горит. А давно перестало гореть? Раньше горит? Ну, точно месяц нету. Месяц, то, может, и раньше. Просто я как-то не замечала, сейчас начала замечать. Повертаючись до зовнішнього освітлення, по цих двох випадках сподіваємося на швидку реакцію від комунального підприємства «Славутич Електромережі».